как вы идете. Вы собираетесь использовать свою руку влево и вправо, но думайте об этом слева и справа, у вас есть подбородок. Вы должны сосредоточиться на своем подбородке. Кто-то стоит рядом с вами, как будто один парень с вами на одной стороне, независимо от того, что находится здесь, от головы до подбородка. Люди собираются быть здесь не слишком близко, не слишком далеко, ваши руки стреляют в него, вы выбираете свою руку, одна выбирает свою руку. Вторая не поворачивает слишком сильно вашу ногу. Не поворачивайте слишком сильно свою голову, вы используете немного, тогда у вас должна быть одна и две одинаковые цели. Один и два, и вы идете один и два, и вы идете шагом один-два назад. Один-два назад, не так ли? Раз-два, кто-то может причинить вам боль здесь. Вы открываете, убедитесь, что у вас есть один, вы вернетесь тем же, вы найдете один, вы вернетесь тем же, и вы немного сдвинетесь. Вы получите один, два, один, два, вы можете точно увидеть цель здесь, моя голень. Вот я иду один, я иду сюда. Это не похоже на то, что вы идете по одной-две линии. Убедитесь, что одна-вторая смотрит на мое плечо, смотрит на мою ногу, одна-вторая. Я не поворачиваюсь на одну-вторую этой стороной, ваш подбородок заставляет вас опуститься, но ваши глаза смотрят вверх. Вы получаете одну-вторую, одну-вторую и стреляете в нее, одну-вторую-две, не поворачивайтесь к моему отцу. Потом вы снова возвращаетесь к одному и тому же, раз-два возвращаетесь, раз-два возвращаетесь, раз-два возвращаетесь, раз-два возвращаетесь. Раз-два возвращаетесь после того, как вы чувствуете себя хорошо из-за этого. Вы возвращаетесь, и тогда вы получаете то же самое. Раз, два, один, два, один, два, один, два, один, два, и вернитесь снова. Когда вы вернетесь сейчас, вы чувствуете себя хорошо, вы делаете все это, главное, хорошо. Теперь вы пытаетесь пошевелить ногой. Вы двигаете правой ногой, встаньте, вернитесь назад, ваша правая нога вернется назад, левая нога вернется. Если люди не знают, как стоять, что вы слишком сильно открываете свою ногу, вы не можете держать свое тело, вы должны открыть свою ногу, насколько хорошо, насколько закрыто. Вы должны знать, что у вас разные люди. Хорошо, теперь вы начинаете ставить ногу на легкую ногу, когда вернетесь к цели, хорошо, теперь вы снова идете, вы возвращаетесь, вы входите, вы берете одну двойку. Возвращаетесь, возвращаетесь, одна двойка. Возвращаетесь, возвращаетесь, одна двойка, возвращаетесь, возвращаетесь, ставите ногу на легкую ногу и возвращаетесь, одна двойка, возвращаетесь. Вы можете видеть мою еду, когда я иду. Я не иду на один шаг, два, вы балансируете с добычей. Вы должны знать, как далеко можно войти в вас. Только немного вы кладете лилу обратно сюда, вы идете немного и жуете ее, я не потеряю свой баланс, если я подойду. Тогда я теряю равновесие, вы возвращаетесь. Человек лежит, шагая ногой немного, один, два. В любом случае, вы должны знать цель до того, как далеко находится цель. Если цель там, где вы делаете шаг, немного. Немного передвиньте его, раз-два вернитесь, вы снова вернетесь назад, сделайте то же самое вперед и назад, станьте хорошим учителем. Поп, 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 вернись, 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 теперь ты чувствуешь себя хорошо, что ты прав, ты идешь налево, хорошо, держись за свое тело, держись за ноги. Суть в том, что хороший шаг снова возвращается, возвращается, возвращается после того, как это не очень хорошо, одно и то же. Один инструмент, видите ли это? Но убедитесь, что вы сами не забываете, что у вас есть подбородок. Вы хотите, чтобы подбородок был здесь. Здесь, здесь, здесь. У вас был один и тот же карман слева и справа. Не пытайтесь называть это так. Не забывайте, что левая сторона и правая ваша рука должны хорошо стоять назад. Хорошо, убедитесь, что вы помните, что им нужна ваша нога, и теперь вы поворачиваете налево, поворачиваете направо, назад, вперед. Все, что вы делаете, двигаете телом. Вы уже чувствуете себя хорошо, пока не пойдете влево на один шаг. Вы пойдете вправо на один шаг, то же самое. Ходите и выходите слева направо, направо налево в любое время, когда вы двигаете ногу. 45 градусов все время, пока вы не можете пройти, вы не можете сделать это так, как видите. Он не собирается работать, вы идете одним поворотом, немного двигаетесь назад, то же самое слева направо, двигайтесь, он не может пройти мимо. Думая, что в любое время вы идете независимо от того, что вы возвращаетесь к своей ноге, 45 градусов 45, все время двигайте ее, двигайте коленом. Не делайте то, что плечо вашей ноги, которое вы делаете. Увидимся в футболе.
Видите ли, после того, как вы почувствуете себя хорошо, вам захочется поработать ногами. Теперь вы используете руку, чтобы пройти дальше только на два шага. И старайтесь двигаться по промежутку один на два шага каждый раз, когда вы поворачиваете то, что поднимаете колено. Независимо от того, что вы вернетесь в 45 колен, вернитесь в 45, и вы сможете выйти. Вернитесь в 45. Хорошо, теперь мы используем вес. Зачем вам это делать? Потому что некоторые люди, подобные вам, должны намочить руку, когда вы вернетесь. Вы ничего не почувствуете. А теперь вы тоже хотите тренировать свою руку. Вы делаете свои руки сильными, вы выбираете сильных, вы делаете жир, вам нужно делать вес быстрее, чем когда вы не используете вес, который вы используете. Не обладаете чем-то тяжелым, вы можете выбрать гораздо больше и больше силы, теперь вам нужно быть немного медленнее. Пришло время заняться своей собственной энергией. Делайте быстрее, чем вы можете, когда у вас нет веса. Вы ударяете кого-то, кто собирается делать быстрее все, что вы пробуете. Убедитесь, что вам нужна ваша еда, когда вы должны выбрать всю свою энергию, чтобы пойти туда. Это не значит, что вы не шумите или что-то еще, но не ведете себя так, как будто вы шумите, просто входите внутрь себя. Как звучит, как издает шум, как вы дышите. Вы стоите на своем. Один-два назад, один-два назад, один-два назад, один-два назад. Вы видите, что если вы наносите удар, то он движется так, как будто это неправильно. Вы должны поднять вес прямо вверх. Хорошо, что у вас нет мокрого места, и вес движется вокруг. Я имею в виду, вы не держите мокрое, вы не держите свое тело за плечо. Чтобы держать мокрое хорошее, смотри, как ты попытаешься сделать это 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-1-2, 1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Вернитесь немного назад, вернитесь снова. Хорошо, теперь мы используем прогнозы веса слева и справа. Один из двух прав, чтобы не быть крючком. Разрезать все вещи, но мы можем использовать бумагу. Эта газета вам очень поможет. Дайте мне одну газету, пожалуйста, хорошо. Это та бумага, которую мы используем для цели, потому что она не имеет значения между ней и новой. Все, что вы можете использовать для одного из первых, заставит вас быстро протянуть руку, и вы не повредите своим рукам каких-то новых людей или вещей, когда вы начнете изучать муай-тай. Вы используете руку, изучите руку, которую вы используете на бумаге. Теперь для вас все в порядке. Я собираюсь попытаться использовать своего партнера, моего брата. Его зовут Чай. Вы собираетесь держать блокнот. Давайте начнем вот с этой форы, чтобы убедиться, что вы держите бумагу, вы должны знать, как держать мой подбородок. Вот вы держите ее здесь, вот бумага, которую, если вы держите эту сторону, вы можете иметь эту сторону, вы не можете повернуть эту сторону. С этой стороны вы все время попадаете в середину газеты, вам не нравится, что у вас есть эта сторона, чтобы назвать это тем, что я думаю о крючке, тогда вы стоите за плечо. Вам нужно 45, чтобы стоять хорошо, вы хотите немного расслабить руку, а затем щелкнуть. Защелкните его, вы видите, что если у вас нет бумаги, вы получите еще одну рану от руки, которую вы видите этой рукой, этой частью цели, сначала у вас нет бумаги. Вы просто берете эту руку, которую вы зацепите, вы пойдете в эту сторону, или пойдете в эту сторону, если кто-то пойдет. Эта сторона, если кто-то пойдет по этой стороне, будет другой, но мы должны смотреть на цель. Как вы приедете? Вы можете пойти в любую сторону, но поговорить о цели. Цель здесь, подумайте о своем подбородке здесь, вы подходите близко, вы делаете крюк. Смотрите, убедитесь, что вам нужен локоть. Вы прикрываете ноги с этой стороны, потому что кто-то может вам помочь, если вы протянете руку, вы прикроете ее и вы зацепитесь. Вы хорошо держитесь, вы все время готовитесь. Это не похоже на то, что вы стоите, как этот крюк, стоите хорошо, чувствуете себя хорошо, и крюк возвращается, 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 когда вы возвращаетесь. Вы возвращаетесь, вы возвращаетесь, загружаете его, вы возвращаетесь, возвращаетесь. Спасаете цель после того, как вы закончите, вы будете делать это быстрее. Как вы собираетесь пройти весь путь? Всю свою энергию вы держите в руках целевую бумагу, и теперь вы ее запускаете. Вы зацепляетесь, но я не иду до конца. Просто вот здесь закройте ее, и вы защелкните бумагу, оставайтесь в порядке, и вы защелкните всю свою энергию, немного переверните тело. Вы вернетесь назад, вернитесь, как это будет быстро, и вы будете толстеть. И вы не побоитесь поранить руку и заставить свою ногу немного работать. Вы будете таким же, как и он, продолжать делать это. Вы тоже будете хорошей рукой, вы тоже говорите о том же, что и вы, держитесь не слишком высоко, вы должны быть близко к подбородку, то есть то же самое, что у вас все тело немного. И вы щелкаете, но вы идете этим путем, а не этим путем.
Не ходите этим путем, повернитесь этим путем, удерживайте тело хорошим щелчком, смотрите, когда вернетесь, не возвращайтесь, пусть они. Вернитесь, пусть они подойдут, вы увидите ногу, колено, посмотрите на цель здесь и оснастите оснастку, убедитесь, что ваша балла хороша, когда вы заходите. Что собираетесь загружать баллы таким образом, убедитесь, что вы стоите, держите тело в хорошем состоянии, и вы вернетесь. Теперь мы собираемся сделать то, что вам нужно. Правой рукой и левой руки вы уже держите ноги, вы зацепили верхний разрез, или что вам нужно его достать сейчас. Вы используете правую руку так же, как и верхний разрез. Вы щелкаете его с этой стороны, чтобы сделать это сейчас, вы используете свое бедро, свою ногу немного защелкните одновременно рукой, своей рукой. Посмотрите, что возвращаетесь, когда вы вернетесь. Не возвращайтесь сюда, чтобы покрыть эту часть. Оснастка. Это хорошо, но мне нравится, если вы стоите долго, смотрите, если вы стоите так. Вот почему у меня есть жизнь для того, кого вы не понимаете. Стоите вот так, и вы держитесь, вы получаете баланс всего лишь на 45 градусов. В тот момент, когда я вот так расширюсь, вы просто пришли, чтобы немного меня успокоить, думая, что я потерял равновесие, потому что я стою таким образом. Вы на самом деле помните, что 45 ключевых минут приходит так, как будто это ставит меня, я не могу много возвращаться. Потому что мои колени, моя нога готовы, теперь я теряю равновесие. Весы. Хорошо, теперь мы пробуем бумагу. Вы видите, что вы делаете апперкот, возвращаетесь, стреляете изо всех сил, вы идете этим путем. Как будто вы режете его таким образом, чтобы он пришел не таким образом, и вырезаете его таким же образом с бумаги. Вырежьте вырезку, вырежьте ее, затем вы это сделаете. Вы собираетесь разрезать бумагу для тыла. Хорошо, теперь вы называете это легким крючком, вы идете с этой стороны, вы хорошо держитесь за все свое тело, но не переходите так, просто свяжите тело, как вы идете этим путем. А теперь вы душите руку, поверните ее рукой, затем убедитесь, что вы уже чувствуете себя хорошо, как стоят локти. Как твое плечо, как твоя шея двигается по твоей ноге, как твой баланс хорош. И убедитесь, что ты не делаешь этого. Ты все время теряешь равновесие, когда идешь по этой стороне. Ты теряешь равновесие, стоишь хорошо, твоя нога 45 от тебя, используй тело, чтобы все было в порядке. Теперь мы собираемся потерять равновесие. Сделайте то же самое, что и цель, вокруг которой вы стоите, привязывайте ее к тому, что с вами должно быть все в порядке. Хорошо, теперь мы собираемся собрать все бумаги о вас, руки, которые у вас есть друг к другу, чтобы люди держали бумагу для вас. Вы должны знать, как держать бумагу до того, насколько далеко, где пол, где подбородок, где цель, все, что вы должны знать. Все, что смотрите на то, как вы держите бумагу. Вы держите его совсем для руки, как комбинацию, что-то вроде этого, приготовьтесь посмотреть на цель. Хорошо, теперь мы приступим к основному удару. Удару, который вы выберете. Встаньте на ногу, ступни и ноги. Встаньте хорошо своей рукой, чтобы прикрыть это. Затем вы медленно встаньте, поднимите подбородок. Хорошо, поверните плечо. Поверните плечо. Ваш подбородок вернется, как в любое время, когда вы уходили. Опустите свой подбородок вниз головой, вниз высоко вверх, вниз головой, вверх глазом. Убедитесь, что вы чувствуете себя хорошо, что видите его плечо. Или покрываете подбородок подбородком моей шеи вниз, но глаза смотрят вверх. Смотрите на цель, которую вы делаете. Она не собирается идти быстро. Немного, и вы выберете один ход, один. Но глаза смотрят вверх, посмотри на цель, что ты сейчас делаешь. Я собираюсь идти быстро, ты немного двигаешься и жуешь. Один, один, один. Shish, 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 shish.
Вы видите мою ногу, вы возвращаетесь назад, один шаг влево, один шаг за другим, не переходите. Посмотрите на цель, куда вы идете. Хорошо, теперь вы собираетесь делать то же самое с правой рукой. Убедитесь, что я буду разговаривать со всеми людьми, с которыми вы позволяете своей ноге хорошо стоять на плече. Теперь вы можете выбрать правую руку, которую вы смотрите на подбородок. Прижмите плечо, одновременно прижмите бедро, не переходите через ногу. Многие люди переходят просто так, что вы щелкаете репликой «возвращайся, возвращайся, 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 возвращайся». Посмотрите на плечо и бедро. Убедитесь, что вы положили вес на переднюю ногу и выбрали его, чтобы положить вес на заднюю. Вы положили вес на переднюю ногу. Теперь я собираюсь сделать жирную стойку хорошей, всю свою энергию. Не пытайтесь положить правую руку на свою руку, возвращайтесь вот так, чтобы вам нравилось возвращаться вот так. Используйте свое плечо, чтобы держать вашу руку, чтобы держать ее. Посмотрите, как хорошо держатся мои ноги, но я хорошо держусь за плечо с этой стороны, а не с этой стороны. Подумайте об этом хорошо. Теперь мы собираемся сделать крюк влево. Убедитесь, что я говорю то же самое с вами в любое время. Когда вам понадобится шаг в плечо, тело не очень хорошо, не зацепите его, вы можете пойти с этой стороны. Вы можете идти так же, но для меня я иду по этой стороне, потому что я все время практикую эту сторону. А вы, крюки, возвращайтесь, крюки, возвращайтесь, встаньте, крюки, возвращайтесь. Не открывайте слишком сильно, как будто это не так. Потому что вы не можете держать, вы хороши, видите, крючок немного короткий. Люди поворачивают крючок на крючке, который слишком медленный, просто тогда вы немного наклоняетесь и смотрите на него. Hook. Get that. See, same. Stand good. Up. Boop. 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 See, не стоит слишком сильно разжимать локоть, просто немного приподнимитесь и повернитесь. Turn. 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 Go back. Shh, one. Shh, two. Shh, three. Shh, one. Shh, two. Shh, three. Хорошо, мы собираемся сделать апперкот. Апперкот то же самое с телом, у вас есть плечо и хороший немного изгиб, или у вас есть немного вниз, и вы поворачиваете его, многие люди идут в эту сторону. Многие люди идут так, как вы хорошо относитесь к ноге, и вы выбираете его, вы выбираете голову и плечо одновременно. Вы прикрываете правую руку, и вы выбираете ее, возвращайтесь назад, возвращайтесь, хороший бум, возвращайтесь, немного наклонитесь, и вы щелкните рукой, щелкните рукой. Посмотрите, какая цель думает о голени. Щелкни его, щелкни его. Не пытайся слишком сильно походить на то, что это не работа, просто стреляй в него, снимай то же самое, что ты видишь мою ногу, мою ногу. Сорок пять всегда стоит
Убедитесь, что вы не открываете руку. Вы стреляете в нее ближе, чем ближе вы можете щелкнуть ее. Теперь мы собираемся сделать это быстро. Этот хороший шаг, маленький шаг в оснастке. Вы устали от всего, что бы ни случилось? Расслабьтесь немного, подышите, не ходите к людям. Я устал от этого. Просто расслабьтесь, подышите, и вы снова щелкните защелку. Защелкните защелку, сделайте так, чтобы вы сделали один шаг влево, один шаг, и все будет так, как есть. Хорошо, я все время говорил с вами, что тело выдерживает 45 градусов. Это будет правый хук. Встаньте хорошо, возьмите левую руку, вы заблокируете свою левую руку вверх, и вы повернете правый хук. Не открывайте слишком сильно, как это никакая сила, которую вы думаете, что это никакая сила, которую вы собираетесь повредить своей руке, тоже поверните плечо, и хук. Сделай так, чтобы это выглядело как удар. Автомобиль выглядит так же, но он будет обращен в сторону большего. Вернись. Убедитесь, что ваш глаз смотрит на цель. Откройте свой глаз, смотрите на цель все время. Когда вы ходите вот так, иногда вам кажется, что вы теряете равновесие, поймите это. Попытайтесь понять, как исправить свою ногу. Ваше равновесие полезно, и стреляйте в него. Теперь мы постараемся сделать это быстро, хорошо дышать, хорошо, чтобы плечо вашей ноги попало в него и выстрелило. Вам будет казаться, что вы привязываете здесь, вы привязываете все плечо, если вы правильно сделаете, правильно. Вот почему вы называете это, тогда вы отправляетесь в боулинг. Вот почему вы используете бумагу для создания шума. Вот почему мы используем эту бумагу, хорошо. Теперь я буду апперкотировать правую руку в любое время, когда я разговариваю с вами, плечом к плечу, и я подхожу к этой боковой стойке. Хорошо дышите, хорошо смотрите своими глазами, цель может быть апперкотом, вы поворачиваете оснастку и следите за тем, чтобы она не была слишком открыта, чтобы верхний разрез пересекал подбородок до подбородка. Смотрите, 45. Теперь я постараюсь сделать то же самое быстро, но я хорошо готовлюсь. Убедитесь, что это помогает вашему телу. Смотрите, чтобы все время было 45.
Теперь мы собираемся использовать левый локоть. Убедитесь, что вам нужно то же самое, что вам нужно, чтобы вы помогали телу в любом месте, где бы вы не использовали локоть. Не закрывайте руку, вы закрываете руку. Вы не будете чувствовать себя хорошо, когда используете локоть. Откройте свою руку и защелкните ее. Медленно ступайте за своей ногой, посмотрите на мою ногу. Я не в эту сторону, я иду в эту сторону, поверните ее шаг за шагом, вернитесь назад и поверните ее, вернитесь назад, чтобы встать, откройте свою руку. Убедитесь, что правая рука прикрывает ваши ноги, откройте ее. Open it. Вы пользуетесь плечом своим телом, а ваши руки щелкают. Видите, иногда я похлопываю себя по спине. Мне кажется, что я тоже корню спину. Будьте осторожны, когда вы идете. Видите, когда вы поворачиваетесь, вы знаете, как вы поворачиваете свою руку слишком просто плечом к локтю вашего бедра, ваши глаза смотрят прямо вверх, смотрят на цель. Это не так, как вы идете, вы поворачиваетесь, что это неправильно, просто прикрываете свои ноги. Ваши глаза смотрят на цель, открываете глаза, хватаете локтем плечо вашей головы. Настройте его. Вы видите мою ногу, когда я локтю? Я не стою здесь, чем локоть. Я должен все время входить, потому что локоть очень короткий. Вы должны войти и щелкнуть его, шагнуть и щелкнуть его. Отсталые люди приходят к вам, а вы возвращаетесь назад, и вы шлепаете его, вы возвращаетесь назад, и вы шлепаете его вперед. То же самое, что у вас есть два человека, с которыми вы могли бы немного пошевелиться, если бы вы наступили себе на локоть. Шаг в локте, убедитесь, что ваш мяч хорош. Вы чувствуете себя хорошо со своим мячом. Хорошо, теперь мы попытаемся сделать быструю хорошую стойку, расслабьтесь. Защелкните локоть всей своей энергией, убедитесь, что ваша рука открыта, вы используете защелку локтя один. Сделайте быстрее, чтобы люди не увидели локоть, если кто-то стреляет очень хорошо, что он не видит локоть, который он называет огнем, но я не вижу, чтобы кто-то стрелял. Еще не пора. Оснастка, 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 быстро возвращайся. Вы видите мою ногу? Левая нога идет точно так же, как и защелка. Будьте осторожны, когда вы будете загружать товар, когда будете слишком усердны, чтобы его встретить. Снэп. Снэп. Скажите, что это очень хорошо, и вы сделаете еще один шаг, и вы сможете быстро вернуться, быстрее вернетесь. Теперь хорошо. Я собираюсь пойти, чтобы вы повернулись этой стороной. Теперь вам нужно пойти на крючок, встать на колени, встать на 45, встать на ноги. Многие люди не понимают, что вы думаете, что ходить нелегко. Встаньте, встаньте. Вы жуете его своими глазами, посмотрите на это. Я сказал вам, откройте свою руку. Не закрывайте свою руку, чтобы использовать локоть, который держит вашу голову. Вы щелкаете ее в любое время, когда вы открываете руку, касаетесь ее руки. Все время смотрите, успокойтесь. Успокойтесь, вы видите, что я все время держу голову, когда хватаюсь за локоть. Теперь вы можете попытаться сделать это. Убедитесь, что цель голень здесь. Или записка. Или эта сторона, посмотрите на цель там. Вы щелкните хорошее, но не хорошее. Вы щелкните 5. Поверните ее. Вернись.
Вы видите мою левую ногу, я войду в нее и до локтя. Хорошо, теперь мы используем эту сторону. Мы сейчас используем эту сторону, мы идем по этой стороне, подумайте о теле, помните, откройте свою руку, посмотрите, как сейчас вы идете, как плотина. Посмотрите, что вы поворачиваете локоть, держитесь за ноги, поверните его крышку, он вернется назад, стреляйте, возвращайтесь, согните тело и обведите. Посмотрите на руку здесь, 1-2, посмотрите, как это делается. Локоть идет к вашему лицу, разрезанному вместе с головой, от носа до рта. Одна пара через тело стоит 1-2-3. Не стоит слишком сильно разжимать руку, потому что вы идете со своим партнером парнем. Сражаетесь с ним или что-то еще. Вы говорите о левой руке, правой вы идете 1, вы идете к вам, вы идете 3. Что бы ни случилось, посмотрите 1-2-3 и попытайтесь сделать первое. Сначала поверните в сторону. Вы собираетесь разрезать здесь всю эту часть, вы отрежете голову до носа, до рта, до зубов. Потому что люди вот так вешаются, как вы собираетесь резать здесь. Вы просто поворачиваете тело еще больше. Посмотрите, как вы получите 1, вы получите 2 тройки, убедитесь, что вы не забыли 1-2 тройки о левой руке. 1-2-3, вы никогда не увидите ту же цель, которую видите с этой стороны, с этой стороны. Посмотрите с этой стороны на цель 1-2-3 поворота 1-2-3 сантиметра. 1-2-3-3-1-2-3-3-1-2-3-3-1-2-3-3-1-2-3-3 сантиметра. Убедитесь, что если вы делаете 5, вы выглядите как комбинация. Но это не все эти 3-1-2-3 щелчка, 1-2-3 щелчка, 1-2-3, 1-2-3, просто еще один. Вы собираетесь начать первый старт? Первый не имеет значения. Просто убедитесь, что вы стоите левой рукой. Используйте свое тело для контроля. See that? Make sure if you do five, like look like combination, but it's not. All is three. Each one, each two, each three. Snap. Each one, each two, each three. Each snap. Each one, each two, each three. Each one, each two, each three. Just remember, you're gonna go start it first. Start it first. Not the different. Just make sure you stand. Each one, each one, each one. The left hand. Each one, each one, each one. Use your body to control. Each one, each one, each one. Each one, each one, each one, each one. Each one, each one, each one. Хорошо, теперь я собираюсь использовать правый локоть так же, как левый локоть, который вы поворачиваете. Вы знаете точно так же, как я сказал, вернитесь ли вы, вернитесь. Посмотрите на поворот еще раз, убедитесь, что вы смотрите на цель.
Посмотрите на то же самое. Сейчас я собираюсь сделать один и тот же 1, 2, 3, 4, независимо от того, 1, 2, 3. Ой.